Добрый день, коллеги! Сегодня хочу вам продемонстрировать инжир под условным названием Гизель. Почему Гизель? Я его нашел в Туапсинском районе, в поселке Гизель-Даре, ну и сокращенно называл Гизель. Это двухурожайный сорт, но до сегодняшнего дня бребы я получить не мог. То есть я уже 3 года получаю на нем основной урожай, и только вот первый год завязалась бреба. Видите, какой он красивый такой, оливково-коричневого цвета. Ну и сейчас мы посмотрим, вот еще рядышком, сейчас хочу показать, пара бреб висит, но они такие менее созревшие, вот они. Вот, такие красивые, грамм по 60, наверное, будут. А вот эту бребу я уже специально сорвал. Она была тут на побеге, к которому очень трудно подобраться. Я бы съемку там толком не сделал. Вот она так прекрасно выглядит. Очень сочная. Ну и сейчас продегустирую. Скажу вам ее оценку. Ну вот видите, половинку съел. 4 балла можно смело дать. Очень сочная. И чуть-чуть по сахарам не дотягивает. Ну, я бы так сказал, процентов, наверное, 15-20. А так бы можно было и сравнить с основным урожаем. Ну, как бреба оправдывает себя. То есть, если не удалять побеги полностью, верхнюю часть, то с бребой можно быть. Когда мне этот посоветовали сорт приобрести, то рассказывали, что хозяйка именно этого куста собирает очень хороший первый урожай. Но вот у меня пока не складывается. Может быть, из-за того, что куст молодой, ему всего 4 года. Ну, буду дальше растить, посмотрим, может, и урожай увеличится. Спасибо всем за внимание.